уровне грандиозного шухера. А где у нас случилось? Пара незаметных пустяков. Радова, хочу тебя сегодня радовать. Одну тебя любить и радовать. Хочу, чтоб нас пути нечаянно свели. Мы женщины, можем делать с мужчинами все, что хотим. А? Твои печали перекладывать, твои тревоги перекладывать на плечи сильные свои. Телекомпанія Siemens and Ella Company продовжує свою славну традицію. Сьогодні Aidish Medley, частина 2. Сьогодні ми зібралися на цій затишній веранді в колі таких гарних людей та друзів спеціально для королеви Марго. Дорога Марго, сьогодні ми колі твоїх друзів і знайомих згадуємо твої приємні миттєвості, дитинства, юності, які ти провела в Могилеві-Подільському. Разом з Іриною і Аркадієм Трейбичами я певна, що ти їх знаєш і дуже добре пам'ятаєш. Отож, як молоді ми були. Як вірно ми любили, як вірили в себе. І, мабуть, не напрасно. Ваше Величество, королева Марго, Маргуша, розріши от всего сердца поздравить тебя с днем рождения. Я вспоминаю крохотную девчушку с огромными бантами, которая превратилась в самодостаточную, уверенную, хорошую, очень красивую, умную девушку с золотыми руками и золотым сердцем, которую я очень люблю. Я хочу тебе пожелать, моя девочка, здоровья, счастья, радости, удачи. Я хочу, чтобы в твоей жизни исполнились все желания, сбывались все мечты, все самое несбыточное, все то, о чем ты боишься даже вслух сказать и подумать, обязательно пусть будет. Тебя очень люблю. Будь счастлива, моя хорошая. Це були щирі зичення і побажання від мами твоєї найкращої подруги і однокласниці. А зараз слово Аркадію. Маргарита, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, крепкого здоровья и долгих, хороших лет жизни. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он називається життя. Aidish Medley, ми продовжуємо наш серіал для чарівної Марго з Могилева-Подільського. Сьогодні її найкращі моменти дружби, знайомства, шкільні роки пригадують твої Марго-однокласники Юля, Діма і Ела. Якщо з другом вийшов путь, дубль один, кадр один. Маргулечка, любима, дорога, я бажаю тобі все-все саме найкраще. Мазел топ і, звісно ж, гізент. Маргарита, Маргарита, ти не забула. Кадр один, дубль два. Марго, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, шаленого щастя і
карколомних пестощів. Цілую. Дорогі друзі, що вам сказати? У мене сьогодні праздник. У мене друг родився. Що був би здоров? Кадр 1, дубль 3. Самые прекрасные, самые талантливые люди, я не открою секрет, рождаются в мае. Например, Юля, оставив своих друзей, вчера, будучи именинницей, сегодня пришла праздновать твой день рождения. О своей скромной персоне я просто умолчу, поскольку тоже в мае именинница, ну и, конечно же, ты. Лучшие одноклассники собрались, у остальных немножко не получилось. У нас с тобой не получится их пригласить в твой приезд, но это не важно. От всей души, дорогая и любимая, родная, практически как сестра. Если бы у меня была сестра, она была бы как ты. Добрая, светлая, душевная. Люблю тебя очень сильно. Ты самая прекрасная, как говорят у евреев, что бы тебе такого пожелать, чтобы потом не завидовать. Знаешь, совершенно никогда никому не завидовала. Я хочу, чтобы все то, что тебе в этот день пожелают, обязательно сбылось. Ты заслуживаешь самого светлого, самого доброго и самого хорошего, что есть в этом мире. Я очень рада, что ты есть в моей жизни и счастлива дружить с тобой. Спасибо. Спасибо, Семен Семенович. Кнопочку нажмите. Да? Бывших могильщан не бывает, как и бывшей родины. Это состояние души. С днем рождения, Марго! Нам там было хорошо. И что бы в жизни ни случилось. И чтобы у нас всегда была обстановка по кайфу. Дорогая Марго, я вас не знаю, но я вас уже люблю. За тебя! Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую, я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Я хочу сегодня быть с тобой на волне. Дай мне только повод, только знаки, мы наедине. Диджей, а поставь-ка нам ты музыку помедленней. Смелей, украду тебя у друзей. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Танцуют все! Нагіла кава, нагіла бесика, кава,
уж точно не последними. Возьмем бокалы и осушим их до дна. Да, гуляй, родная, знай, ты не одна. Дорогая Маргарита, от всей нашей семьи поздравляю тебя с днем. И пусть на твоем жизненном пути всегда будет солнце. И пусть ты всегда будешь самой счастливой мамой. И пусть в твоей жизни будут всегда мы, твои друзья. И еще, просто будь. Вспоминая меня, улыбнись, вспоминая. Когда будешь стоять одна у подножия рая,